говорите, что будут делать, что это все будет. Мы в это, конечно, верим очень сильно. Но надо сделать, знаете что? Хотя бы, вот как начинается весна, нереально там просто. Там, я служил в президентских войсках, там БТР можно засадить в этих улицах. Потому что там нереально ходить людям. Дело в том, что у нас верховая вода. Мы там самые умные начинаем где-то засыхать. Те люди, которые не могут себе это позволить, они начинают тонуть. Ну какими-то крохами помогите нам, отведите нам воду хотя бы, ну как-то элементарно, там, давайте выкопаем озеро какое-нибудь, потому что пока вы там проведете линевку какую-то, вы все сделаете, мы просто устали так жить. Живем как будто в Африке, а не в Казахстане. Сразу в один год или два года, три года, пять лет этому не сделаем. Будем потихоньку делать. Те улицы, где невозможно, сегодня нету средств положить асфальт, мы прогрессируем, кое-что туда мы подцепим. Или скол, или щебнем, или другим материалом. Не надо Казахстан с Африкой сравнивать.